Конечно, материалисты нашли оправдание, что это все случайности. А Декарт в свое время такой выделил вообще теорию детерминизма, что можно вообще, если объяснить, вообще знать вообще какие-то формулы, то можно все, все детерминировано в природе. Это вообще крайняя такая форма материализма была. А вот на самом деле эта поговорка есть у всех народов, и почему-то она всегда воспринимается или произносится это слово только когда что-то происходит нехорошее с человеком. Да, говорят, от судьбы не уйдешь, что-то вот плохое произошло, хотя есть люди, которым всегда везет, и это тоже судьба, и от нее тоже не уйдешь. Это значит, что он в прошлых жизнях совершал много добра, и ему воздается в этой жизни. Ну, это такая небольшая история. А на самом деле пьеса получилась обычная, просто посвященная вот этой теме. От судьбы не уйдешь.